всем композиторам написано 6 сюит для виолончели соло без сопровождения. И в то время, во времена Баха, жанр сюиты для солирующего инструмента был не очень развит. А виолончели музыки композитора можно вообще считать первопроходцем. Он смело экспериментировал с возможностями инструмента, открывал новые грани. И вот сегодня вы как раз познакомитесь с нашим прекрасным инструментом виолончели именно в этом исполнении, сольным, без сопровождения фортепиано. Итак, Петр Петерс, Гавот и сюита номер 5 для виолончели соло. Thank you.